Уже пора, да? Да, бери снарягу. Защищаю вход. Ну, Лили, я в него метил. А ты не спи на ходу, Уокер. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланд. Дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Уокер! Двигай вагон! Живо! Уже иду. Лили со мной. Джерси отправили предупредить другие поселения. Значит, все серьезно. По рации передали. Такой мощной атаки еще не бывало. Я серьезно. Чего мы ждем? Пошли, заработай. Ты по медальке. Какого? Это Рейнджер! Я знаю, кто это! Джерси! Башку ему отгрызь! Бедный рейнджер Джерси. Медицина тут бессильна. Сейчас или никогда. О, жесть. Мама тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много Джерси. А что делать? Выбора нет. О, охренеть! Это даже круче, чем я думал. Лили, ты нужна в гараже. Уокер, бегом во двор! Значит, я сам по себе. Иду. Завидуешь, Лили? А то! Я стала бы самым юным рейнджером в истории, если бы не эта херня с нанотритами. Скоро буду.
рассказывали про рейнджерскую броню. Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов в капусту. Тетя Проули, герой войны, рейнджер и всем пример. Не может быть! Он же мертв! Генерал Кросс? Берите первое поколение! Всех остальных убить! Генерал Кросс... Большой злодей, глава правительства. Сволочь! Назад! Это приказ, слышишь? Осторожно!